я не буду подірвати. Не жди собі тихо, куди і все. Я бить не буду. Ні, не буду, Саша, лежи тихонько. Лежи, лежи. Ну а що мені робити? Ну що ж робити? Лежать на Ісу, що ж робити? Що ж ще робити? Спокійно, Льоша. Все. Тока не кричи. Не буду. Будеш кричати, ще й проб'ють. А хлібу жити не дадуть? Дадуть хлібу, щоб дадуть, Саша. Слава Богу. Буду лежати до ужина. Так же. Бухарєв Олександр Михайлович, 57-го года рождения я. Вот так. А что случилось? Меня закрыли сюда, забрали, и все. Я больше не знаю, что случилось. Работал на полупроводниковом заводе. Делал интерьеры. Вот. Станки делал, и все. Больше ничего не скажу. Был в Херсоне. И все. И больше я ничего не знаю. Меня забрали сюда. Вот. И сказали, что побудь здесь. Вот. А потом поедешь в Херсон. И все. Вот такие дела у меня. Туберкулеза нету. Все нормально. Так же. Мне нечего больше сказать. Так же. Ну и все. Извините меня. Я буду прощаться. Счастливой духи. Дороги вам.